Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим камеру заднего вида от компании Ideal, моделька TCD1. Такой вот фирменной коробочкой это все поставляется, и давайте рассмотрим комплектацию. В комплекте у нас идет оригинальный гарантийный талон вместе с характеристиками и инструкцией по эксплуатации. Также сама камера. Камера у нас идет врезная. Выполнена она из пластика. Угол обзора составляет 170 градусов. Разрешение камеры 656 на 492 пикселя. Сенсор установлен CCD-шный. Система цветности PAL или NTSC. Водонепроницаемость, защита IP67, класс защиты. И минимальная освещенность, которая нужна камере, это 0.1 люкс. Подключается это все 12 вольт. Также у нас здесь есть разъем для подключения провода питания. Он также идет в комплекте. И видеовыход. Для видеовыхода есть также удлинитель 5-метровый, для того, чтобы можно удобно было протянуть через весь салон данную камеру. Так, и также фреза. Поскольку у нас врезная камера, нужна фреза 20 мм. Ну, такая вот фреза идет в комплекте также. Вот она есть. Так. Ну и давайте мы сейчас подключим нашу камеру. Посмотрим, как она будет работать. Подключается она очень просто. У нас здесь подготовленный мониторчик есть. Так. Видео. Сигнал подключаем. И также подключаем питание 12 вольт. Разъем и вот так вот включается наша камера. Видим разметочку. Достаточно ярко все четко видно. Сама камера показывает в хорошем разрешении. Видны самые мелкие детали. Угол обзора также довольно-таки большой. Ну, я бы сказал, на данный момент это максимальное, то, что может выдать одна камера 170 градусов. Вот. И также при покупке данной камеры на нее распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год. И более подробные характеристики и стоимость данной камеры вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.